О, нифига себе, что такое? Я такой же на Алиэкспрессе за 1200 покупал. Какой-то таинственный звук исходит от этого неопознанного объекта. Олегом, прикинь, вот она все. Она со мной бежала! А, так вот, призрачный огонек летает. Вот это. Подожди, он умер? Подожди. Друзья, всем огромный привет, с вами как всегда Олег Уфи, добро пожаловать на новое видео. Я знаю, как сильно вы скучали по фазмофобии, уж слишком давно ее не было на канале. Вернулись в игру мы не просто так, ведь буквально на днях вышло новое обновление, а точнее событие, под названием Кровавая Луна. Призраки станут еще более страшными и еще более жестокими. И найти их будет гораздо сложнее, чем это бывает обычно. Я думаю, нужно обязательно поставить лайк за возвращение легенды на канал и подписаться на канал. Также не забудьте подписаться на телегу и на второй лайв-канал, все ссылочки в описании. Ну что ж, я думаю, мы готовы начать, так что погнали. Парни, поговаривают, что самое страшное в жизни может произойти только тогда, когда на небе кровавая луна. Все монстры просыпаются, все проклятия активируются. И нам уж сегодня вообще не выходить на смену так-то. Я предлагаю вообще нам никуда не ехать. Проклятие квадрубера. Там же карточки лежат. Стой, иди сюда, стой, иди сюда. Проклятие квадрубера. Итак, нашего призрака сегодня зовут Майкл Бишоп. Кому отвечают всем, наше задание достичь среднего рассудка уровня ниже 25%, сбежать от призрака, пока он находится за вами, и найти улики при помощи детектора EMP. Это проклятие квадробера, пойдем. Так, предметы берем, пацаны. Вот этот диктофон тоже возьмите. Ну что ж, у нас Хэллоуин фазмофобия, друзья. Давайте смотреть, что что-то интересного будет происходить. Как видите, у нас не только кровавая луна, но и в доме все, конечно же, меняется. Ой, смотри. Так, я фейс-контроль. Так, подходим, рот показываем. Олег, уже нельзя. Я квадробер. Сколько тебе лет? Ты дружелюбный? Не-не-не, подожди, стой. Рано еще устанавливать контакт, погоди. Нихрена тут надписи появилось, смотри, на стенку просто. Так да, я про это и говорю, видите вообще жесть? Это просто кошмар какой-то. Рано, Олег, связываться, нужно полагать. Нихрена, смотри. Че? О, нифига себе, что такое? Я такой же на Алиэкспрессе за 1200 покупал. Какой-то таинственный звук исходит от этого неопознанного объекта. Но температура, кстати, растет здесь, пацаны. Может, это обогреватель какой-то такой, типа, интересно декоративный? Пойдем. О, прямо. Мы пришли прям туда, куда надо, парни. Подвал, да? Ой, еще луна. Температура растет на 15 градусов у каждого такого, у каждой лампы такой. Майкл Бишоп, если ты нас слышишь, дай нам знать. Что такое? Я не испугался. Чё, орёшь? Ну я вообще хотел напугать, я там спрятался. Ты типа реально решил вот так пугать нас, типа, или что, я не понимаю, а? Да! Так, единственное, мы играли последний раз в фазмофобию очень много лет назад, я уже забыл, тем более тут новые предметы, непонятно, как ими пользоваться вообще. Но мы попробуем так или иначе это сделать сегодня. О, тихо. Пацаны, счетчик Гейгера растет, пацаны. Вот здесь датчик немного бьется. Вот тут вот немного. Олег, я бы знал, кто там по профессии. Кто? Квадробер? Что там? Скорее всего, видишь, он стример, видишь, у него три монитора. Так это реально. Блять, ты понимаешь, даже у этого нищего три монитора, у тебя еле полтора. Андрей, забирай у него монитора, слышишь, Андрей, он не обидится, я думаю. Блин, ну не, пока по датчику EMP все норм. Сейчас температуру проверю еще, погоди. Не, кстати, вот странно, температура везде прям высокая. Не было ни одной комнаты. Майкл Бишоп! Где была бы минусовая температура. Блин, единственное, я не понимаю, что именно нам надо делать с этим ивентом хэллоуинским здесь. Либо это просто что-то декоративное, либо тут есть какие-то реально фичи прикольные. Либо Майкл вот Бишоп. Это пока непонятно. Майкл Бишоп! Это не атака, это не атака! Успокоились, блин! Какой у тебя рот дырявый, смотри на нее, это бабка, блядь. Да, нормально. Это просто бабка. Стой, походу, может, здесь и есть ее комната, не? Здесь, значит, она, да. Вообще странно, если это бабка, как ее могут звать Майкл Бишоп, это очень странно. Очень странно, так. Пацаны, вам так не кажется? Квадробер просто... А, я не туда говорю. Слушай, температура... Не жизнь интересного квадробера. Пацаны. Парни, вот это уже атака! Нет. Да. Микроатака. Что там? Что там, Андрей? Ты выжил, Андрей? Андрей! Нет.
Нет! Мы не могли! А меня выкинуло. Он сказал, что его выкинуло из игры. А, нормально. Ну давай, ладно, попробуем определить. Ну мы вот, смотри, у него вот блокнот оставил. Он нас, Андрей, это завещание Андрея, я он нам оставил. Я вообще не вижу. Так и не только. У него диктофон был. Температура вообще нигде не, нигде не падает. Майкл Биксов, can you... Дурак, блин. Ну почему? Что за бред? А как? Не, это нормально, хотите сказать, или что, я не понимаю? А чё так жестко-то, я не пойму, а? Не, я говорил сразу, кровавая луна до хорошего не доведет. Ну вот, пожалуйста. Парни, смотрите, нам нужно быть аккуратнее. Кровавая луна восходит, наполняя силой потусторонние сущности. Осторожно, они сильнее, чем когда-либо. Именно поэтому так быстро начиналась охота, и именно поэтому мы так быстро и умерли. Это раз. Второе, смотрите, это тема, которую мы находили, то есть вот эта вот красная луна, которая была в доме, ее можно фотографировать. Из-за этого мы также будем получать дополнительный опыт. Это тоже не стоит забывать делать. Вот, и тут тоже есть какие-то определенные задания, которыми нам надо взаимодействовать. Потому что кровавая луна это кровавая луна. Поэтому еще раз давайте попробуем отправиться в тот же самый дом и посмотреть. Да, может быть, получится выжить. Ну что ж, вторая попытка. Давайте смотреть. Возможно, получится что-то с этим сделать. Итак, нашего призрака на сегодняшний момент зовут Дороти Мартин. Все запомнили, парни? Дороти Мартин. Отвечает всем сфотографировать призрака, сбежать от призрака, пока он находится за вами, и обнаружить призрака при помощи датчика движения. Это наше задание. Соответственно, на эту игру. Так, я, подожди, я еще возьму. А подожди, стой, диктофон не взяли, пацаны, блокнот не взяли. Ну алло, мужики, ну возьмите предмет, а че, блин, а? Сразу в дом заходим и сразу начинаем проверять. Ох, блин, тут прям все. Подожди, а фото... Красиво. А фотоаппарат, парни, кто-то брал? Нет, тотемы вот эти фотографировать надо. Алло, тотемы. Фотоаппарат кто-нибудь брал? Нет, пацаны, фотик. Ты фотик. Дружелюбный? Фотик, блин, а чё фотика у нас типа нету, да? Мы его не брали, мы его не покупали, походу. Ну здорово, чё я могу сказать, где отлично. Ты? Где ты, чушка? Блин, ух, сюда билет. Сади! Иди сюда, зади в эту комнату, посмотри, как здесь все разукрашено. Ни хрена себе. Ну, блин, я стирала вещи, и скучно было нас на потолок. Подожди, стоп. Олег, ты обязан задать главный вопрос призраку. Пацаны, прятки. Погоди, сейчас. Нет, ни в коем случае. Нет, она сразу убьет. Нет, давайте нормально, подожди, стоп. Я спрошу, где ее комната, погоди. Главный вопрос, сосала ли она или нет? Клади, Олег, я скажу слово прятки. Где твоя комната? А что, Никита? О, подожди, стоп. Кто? Туалет! Все, она в туалете, смотри! Вот это? Подожди. Сейчас, погоди, надо понять. Да, тут Гейгер до троечки прыгает. Все, отлично. Ты, так, конечно, подожди. Не дура в толчке поселиться. А все, пизда. До свидания. Нахуй ты обозвал, долбоёб. Да почему я? Да почему я? Я слова плохого не сказал! Я слова плохого не сказал тебе, за что меня? Почему? Да за что? Ну здорово. Да, ты должен быть. Отлично. Просто замечательно. Я слова плохого не сказал. Меня сразу убили вообще за что? Все, я, пацаны, больше не пойду туда. Реально, меня убивают постоянно первым самым. Это реально бредятина какая-то. Так, бездарность, я беру камеру. А, ну конечно, по факту, да. Из тебя конечно. Давай, это я, считать, это, я, как это, я зову. Это я с ней выходил на связь. Это я с ней общался, конечно. Это я киданул у меня, конечно. Просто конечно, мы нашли конечно. Туалет, мы нашли доску Уиджи, так это я нашел, просто. Это я нашел, вы начали с ней болтать, и она меня убила. Да, нашего призрака зовут Рассел Майерс. Только одиночкам отвечает. Достичь среднего рассудка уровнем ниже 25%, стать свидетелем паранормального явления и сфотографировать призрака. Фотоаппарат еще я взял. Так, что, все, погнали? Я кстати, кому отвечаю? Предметы. Это подсказка. Раньше это было написано... Предметы. Это потому что сложность средняя. Это средний уровень сложности, поэтому пишется. Если бы у нас была сложность выше, но мы даже на средней сложности выжить не можем просто, понимаете, да? Мы? Тюбики просто, реально. Я взял с собой фотоаппарат. Опять этот обоссанный дом. Да, возьми Андрей Гейгера. Тут мне надо и с термометром, подожди, и с Гейгером. Друзья, у меня, блядь, это вопрос. О! Видали? Алё, нахуй. Пацаны. Олег, возьми ты Гейгера. Да подожди, видели, у меня все занято. Погоди, я могу, мне надо фотографировать все вот эти лампы, и они исчезают. Может, так и надо, типа, мы, может, таким образом освещаем, типа, этот дом, не? Как будто в каждой комнате... Это хуйня упала. Чем? А, это, наверное, паранормальное явление. Ты, возможно, стал свидетелем паранормального явления. Возможно, вот оно, вот эта хуйня упала с стола. Возможно, это было паранормальное явление. Давай ищи доску Луиджи, блядь, где она, нахуй?
Я так и делаю. Нет, стоп, я еще... Подожди, вот это что такое? Так, мне это все норм. А Мишка просто, я уже... Во-во-во-во-во-во-во. Фотографировали. А, это надо фоткать? Ну да, я же говорю, это тотемы, их надо фотографировать, видишь, они испаряются. Так, все остальные тотемы, походу, внизу. Возможно. Пацаны, а можете со мной сходить? Пацаны, можете вниз со мной сгонять, пожалуйста? Мне страшно. Сколько тебе лет? А чё страшно, я тут один всё прошёл. Да, действительно, всего лишь-то. Так, и ещё, по идее, либо один, либо два тотема должно было остаться. Где наверное, ты? Да? Да её нет вообще нигде, она забоялась. Вы если тотем будете находить, то скажите, пожалуйста, я могу пропустить. Вот здесь есть. Да, вот здесь вон еще один. Да эти тотемы нам что насрать, мне кажется, зачем они нужны? Всё, тотемов, по идее, больше не должно быть. Я вроде всех сфотографировал. Это не ускорит процесс поиска. Ну, возможно, это даст нам лишнее время на выживание. Давайте проверим на призрачный огонек. Он же еще есть в фазмофобии, да? Do you speak Russian? Здесь нету. Do you speak... Do you speak Russian? Ой, да, команд мечты просто. Hello. Да не вы не говори ты с ним! Так а что, надо же найти его! Ищите по другим Егер, пока что улика. Не надо его драконить, он сейчас выйдет и убьет нас, не надо его драконить. Мы даже не знаем, где он. Так вот, надо искать! Вы понимаете, что когда вы будете просить его знак дать, мы таким образом не найдем его. Так, ладно, я проверил с помощью камеры, я ничего не нашел. Так, хорошо, у нас пока вообще никаких улик. Единственное, я просто все сфотографировал, но насколько это вообще... А у меня в фургоне предметов больше, а все, я забрал все. А, все, нет, вот лазерная указка. Я лазерную указку взял. Не знаю, насколько это будет полезно сейчас, но... Давайте проверим. Что-то она какая-то пассивная на самом деле, да? Что, смотрите, пацаны, пассивный какой-то, да, призрак? Ты дружелюбный? Какой-то очень прям пассивный. Как вот эта штука работает? На, Олег, интересно. Я тебе дам эту хуйню, на, поговори, попробуй с ним. Давай. Мы выйдем из дома. Он с одним говорит. Не-не-не-не-не-не, давай-ка, слышишь? Давай-ка, не надо выходить из дома. Из дома выходить он не обязательно. Он с одним говорит. Да, в комнате с одним говорит, а не в доме. Привет. Do you hear me? Are you called Robert? Ответь мне, дай мне знак. Она не позорится, нахуй, не кринжу. Она ей не обязательно выходить на связь. В этом она дышит, вы что, дураки, где блядь? Дышит? Только что где дышала. Так это, может быть, она тебе где-то ответила. Где-то я из подвала выходила, она справа. О, тихо. В подвале. Она именно за Олегом прийти. Вот она все. Она со мной выкинула, бежала! Блядь, она со мной она бежала! Выкинула. Возьми, она, возьми, она со мной выкинула. Бежала! Мне возьми, страшно! Это враг, подвал 100%. Я его в подвале раздраконил. Я ему сказал, что я его маме пирожки перетаскивал. А что она дала, погоди? Что это такое? Книжку какую-то. И что? Ну на, почитай, давай, может, умнее станешь. Поговорить. Давай, давай, давай. Ну погнали, хорошо, если так, в подвале... А зачем-то? Если в подвале, погнали в подвал тогда, что нам еще остается? Зачем ты Артем сказал? Возьмите лазерную указку, лазерную указку, возьмите лазерную. Не-не-не-не, я его маме пирожки носил. Лазерную указку возьмите, пожалуйста. Блядь! Уебаны! О! А почему я? Да почему... Там было три человека! Там было три человека! Да просто там было три человека! Кто должен умереть? Конечно, я! Конечно, я должен умереть! Но это же бред полнейший вообще! Нет, все, я первый в дом точно не пойду! Я не понимаю, меня просто призраки ненавидят, погоду убивают почему-то только меня! Подожди, Олег, стой, дай-ка, Олег, дай-ка посмотрю. Ага, что там? Что такое разглядит? Что такое разглядит? На рту, на лице, ничего, все нормально. А ну-ка, давай, Ксери! Давай-ка, давай-ка теперь посмотрим. А ну-ка, поворачивайся, давай. Там 100% что-то найдем, а? Так, у нас призрака зовут Джей Эверли. Отвечает всем. Сфотографировать призрака, сбежать от призрака. Все, главное, что отвечает всем! Че, орешь-то, а? Дурак, что ли, вообще, или че? Так, ладно, фотоаппарат берем. Все, погнали. Так, если... Ох ты, что сказал сейчас такое? Нет. Пацаны, косточку, соберите. Ладно, я забрал косточку. Олег, ну-ка, Олег, взять, Олег, я взять. Сфотографировал косточку. Сейчас ты сам будешь Джек брать. Эверли. Дурак, Василий, что-то ничего же не понимаю. Да не общайтесь вы с ним. Опять меня убьют. Как? А как? А как говорить? Никак, не надо ничего говорить, просто... Пытайтесь с помощью предметов найти его комнату и все. А какой чё? Предмет надо найти, чтобы понять? Какой предмет?
Никакой предмет улики, по уликам надо искать. Температура. Ты что ли, или нет, что? Да, да, у тебя что, такие улики бывают, конечно, да. Так, а здесь? Где еще тотемы? Джейк. Вот, короче, найди мне комнату, Олег, я поищу отпечатки пальцев. Обязательно. Просто, понимаешь, отпечатки пальцев могут появиться чуть позже. Ну, когда подожди, она выйдет на связь. Мне Андрей, Андрей, смотри, какая... Посмотри на эту фотографию дебильную. Тут два голуби просто... Нормально? У кого-то просто два голубя на эту. Так. Сейчас... Какой голубь, дебил, это попугаи. Ну, попугай, голубь, какая разница, одно и то же. Пернатый, Джек, это пернатый. Эверли. Так, здесь. Джек Эверли. Опа! Да это я, Олег, покакал просто там. Дурак, блин, я думал, призрак уже знаки подает. Так, и здесь. Все, все, тотемы все закончились в доме, да? Подожди, а подвал есть тут? А, вот еще тотемчик. Так, ну вообще, по-моему, я все тотемы убрал. Так, здесь. А, я понял, слышь, Олег, у меня есть улика. Какая? Это Макс Фреш, смотри, вот, вот, смотри сюда. Че там такое? Не вижу. 350Z. А, это Максим реально, мы в его доме. Ну о, давай, хорошо. Подожди. Это не атака. Это не атака. Стой, откуда? Это понятно, но откуда? Это либо со второго... на втором этаже. Это либо со второго этажа. Пойдем, блядь, на второй. Где... Дурак, а, вот трешка, вот где-то вот здесь вот. Он как будто типа на лестнице, типа, да, походу? Вот где-то вот здесь, Джек Эверли. Да не говори Джек ты. Эверли. Не говори Hello. Ты. Да похуй, Джек Эверли. Нет, не надо не с ним общаться. Угона фаст, не ты, говори ты. Так, я не а твоя Андрей, мать. Андрей, у тебя какие-то еще предметы есть с собой, нет? Ау. Так, какие? Ну, так, поговорить могу, рация есть. Ну так и говори. Он по звукам был на втором этаже, но вот здесь где-то он по Гейгеру. Артём, я камеру... Блокнот надо не просто кидать, а на F на пол. Я пойду за предметами, Так, подожди, что мы можем еще взять? У нас вот счетчик, ну вот уже активность была определенная, да? По рассудку 50% у каждого. Что у нас? Вот термометр есть, да? И давайте еще... Так, а что я могу выкинуть? Давай, ладно, я пока фотик выброшу, он пока в целом не нужен. Возьмем лазерную указку. Что говорит температура? Я термометр взял, парни. Вообще, как будто здесь все окей. Нет, он не здесь. Но смотри, а, тут вообще температура 20 градусов. Так, слишком тепло. Ты понял вообще тему? Вот, подожди, вот тут Гейгер. Не дай бог он за мной пойдет, просто не дай бог. Просто не дай бог. Он ведь 100% сейчас за мной пойдет. 100%, да? Все, закончилось. А нет, кого-то убили, да? Или кого-то а убили? Теперь, а теперь, походу, да, теперь закончилось. Артем, походу, ёб. Лошара! Че, ты договорился, да? Подожди, откуда он пошел? Ой, справа где-то, слышишь, справа, походу. Артем сдох, да? Да. Подожди, где-то справа. Вот я слышал справа где-то. Походу здесь где-то. Вот здесь температура должна быть. О, Олег! Чё? О, отпечатки! О. Есть одна улика у нас. Так, дай-ка я быстренько проверю. Блин, ну нет. Но это не обязательно, чтобы именно эту комнату было. О, видишь, где-то здесь. Да. Давай, стоп. Мы сделаем вот так. Камера работает. Мы сделаем вот так. Сейчас я поставлю. Сейчас тоже пизда будет. Не, нормально. Подожди. Где Артем? У него блокнот был. Не знаю. Температура, кстати. Где он? Подожди, температура, кстати, очень хорошо идет. В плане спускается. Сейчас скоро. О! Ты видел? А вот. Нет. Так, ну. Смотрите, по уликам у нас пока что что? По уликам у нас пока что только... У нас пока только одна улика, блин! Ты жив, алё? Да. У нас пока только одна улика, это плохо! Так, вот Артём умер. Вот я взял блокнот. Где-то вот здесь он меня застал, просто, блядь. Так, сейчас, погоди. Я еще датчик EMP взял. Ты нахуй отсюда. Не меня, только не меня, только не меня, только не меня! О, это что сейчас было?
Ты долбоеб, ты еще раз так сделаешь, я тебя солью, понял? Как сделаю? Как? Ах, ты мне дверь открываешь. Это не я был, ты что, прикалываешься? Я в соседнем шкафчике сижу, конечно. Это я не в дверь позакрывал? Да, я как открывал бы себе дверь, если в соседнем шкафчике сижу? Я не знаю, ты меня потроллить решил, меня типа. Напиши в блокноте. Подожди, вообще температуру... Это нереально, невозможно. Я не знаю, это какой-то бред просто, реально. Ой, вот эта кровавая луна, это жесть, конечно, они... Закончилось? Он закончился. Да. Это не атака, кстати, была, это ивент сейчас был. Смотри, температура у меня падала вот здесь. Вот сюда блокнот. Зачем тарелку-то я беру? Вот это сюда. Так, датчик, смотри, он пока на 10 градусах держится. Здесь EMP. Вот! Вот здесь прям! Подожди. Вот здесь прям сейчас было... Да нет! 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 Левый ящик надо было! Левый! Да это бред! Да я не знаю. Короче, смотрите, мне кажется, минусовой температуры не было. И, скорее всего, EMP 5 уровня тоже призрачного огонька не было. Это либо полтергейст, либо мюлинг, либо горе, либо фантом. Скорее всего, это записи в блокноте, и поэтому это либо полтергейст, либо мюлинг. Мне почему-то кажется, что это мюлинг, потому что полтергейст обычно влияет на потусторонние предметы, насколько я помню. Короче, я выберу мюлинга. Я надеюсь, я правильно сделал выбор. Это был демон вообще! Что за бред? Я не понимаю, честно, как определять этих призраков? Как их искать здесь? Я вообще не понимаю. Я честно не знаю, как выживать, когда у нас за окном кровавая луна, ребят. Это просто невозможно, если честно. Но давайте пробовать. Так, значит, смотрите, нашего уважаемого месье, значит, нашего призрака зовут Гарольд Бейли. Отвечает только одиночкам. Наша задача обнаружить призрака при помощи датчика движения. У нас его нет. Стать свидетелем паранормального явления и достичь среднего рассудка уровня ниже 25%. Это наша задача. Так что, пацаны, погнали. Не будем терять времени. Будем сразу искать этого монстра, этого Гарольда. Но я надеюсь... опять все равно так же. Не, я надеюсь, я сейчас не умру, реально. Так же стрём. Не, я надеюсь, этого не произойдет. Так, вот почему каша не спавнится, ну, сука? Здесь ничего не видно. Вот к эту хуйню. Я не брал с собой. Если кто-то брал с собой фотоаппарат, то фотографируйте. Так, здесь. Здесь ничего нет. Ох ты ж, как хорошо! Экс. Пацаны, у меня зеркальце. Зеркальце, зеркальце, скажи, где же комната призрака? Я понял тебя. Я знаю, где комната призрака. Я знаю, где комната призрака. Пошлите. Пошлите. Нет, 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 не сюда, не сюда. Со мной, со мной, со мной, со мной. Внизу? Нет, 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 нет. Его комната находится вот здесь. Вот здесь его комната. Спроси у доски? Я, нет, не у доски, зеркальце показало. Здесь его комната. Все, здесь он живет. Того нету, 20 градусов. Но поставь, температура может падать стремительно просто, не сразу. Так, призрачного огонька я пока что не вижу. Поставлю пока что камеру. Вот сюда. Я пошел за новыми. Так, и давайте все предметы сюда сразу несем. Так, у нас пока что есть преимущество, пацаны. Нам не стоит его упускать. Возможно, это будет первая катка, где мы сможем... Телевизор работает. Где мы сможем правильно определить... Включил. А зачем ты включал? Я разрешение давали вообще или нет? Ты у Гарольда спросил? Я хотел острые козырьки посмотреть. Ну и чё? Какой сезон? Какой сезон, какая серия? Я на пятом пока остановился, так, вторая серия. Возьмите лазерную указку. Все, так, подожди, да, и... Подожди, смотрим, смотрим. Подожди. Показалось, да? Блин, показалось, ладно. Чё? Я говорю, реально ищите там этого призрака, я сижу, острые козырьки смотрю. Да, было бы круто, конечно. На диванчике? Было бы очень здорово. На диванчике, блин. Да, прям вообще отлично придумал-то, а? А чё, может, ну, делом займёшься, не? Не хочешь? Что-нибудь полезное сделать. Ну, давай, неси уже говно уже туда. Так. Гейгер показывает 8-7. В смысле 8-7? Can you sing me, Garlet? Ну, в смысле, блядь, стрелочка. Дай 8, знак. Скажи мне что-нибудь. Градусы 10. Ответь мне. Сколько тебе лет? Я пошел призрачный огонек смотреть. Я ушел. Сколько тебе лет? Не-не-не, пацаны, ну подай, пацаны! Ну пацаны! Ну алло, парни, вернитесь, не бросайте меня одного там! Я пошел призрачный смотреть, Андрей! Да вот пусть... Нет, вернитесь, пожалуйста! Блин, вернись, да что ты плачешь? Подожди, сейчас я камеру... Олег, если он сюда придет, сколько тебе пиздать и не прятаться. Сколько тебе лет? Он тебя ёбнет. Сколько тебе лет? Сколько тебе... Слышал знак?
Сколько тебе я лет? Я призрачно вас не вижу. Хотя, какая-то хуйня есть все-таки. Ответь мне. Твоя комната. Она, видишь, знаки подает как? Напиши, напиши в блокноте. Это я сделал еще. Нормально, нормально, нормально. Ответь мне. Градусник, кстати, падает постепенно ниже нуля. Хотя нет. Не, не, ответь мне. Ответь мне. Дай мне знак. Подожди. Мне показалось или нет? Как будто бы лазерная указка что-то показала. Дай мне знак. Ну вот, это она, дверь закрывает. О, еще Гейгера. Что там показывает? Пока два. Тихо-тихо, нормально, все под контролем. А, отдохнул своим вонючим дыханием темным, блядь. Подожди, она отвечает одному, по-моему, же, да? Да, только одиночка. Блин, вот в этом-то и проблема-то, вот я теперь понял, в чем прикол. У меня 17 рассудок, вы что гоните? А, так вот, призрачный огонек летает. Был только где? Что. Был, вот, ты не видишь? Да, убери свой фонарик, я ничего из-за него не вижу. Вот это, а, Андрей пиздец. Подожди, он умер? Андрей, ты живой? Не, он тикток танец, смотри, снимает, на кровать телефон поставил. Я снял на камеру смерть своего друга! Я снял, как его убили! Ну и призрачный огонек. Их вельних. О, все, пропал. Это исчезновение, понял? Да, ну смотри, так, призрачный. А, да, призрачный огонек точно есть. Призрачный. Угу. Но он отвечает одиночкам. А что еще короче, мы можем здесь разглядеть? Короче, он тиктоки снимал, и у него вылетело. Хорошо, смотри, а здесь... Ну смотри, общая активность до 10. Мне кажется, EMP, ты говорил, сколько, погоди, датчик показывал? 8. 8, как будто есть, да? Мы его сломали. Смотри, а что вот эти фотографии делают, только вот интересно. Стать свидетелем паранормального явления. Нам может... нужны либо записи блокнота... Смотри, что с камерой! Смотри, что с камерой! А, она ее наебнул. А, ну это пол... этот, сейчас... Полтергейст, думаешь? А, скорее всего, банши. Не-не-не, банши. Думаешь? Ну погнали, еще сбегаем, погнали. Что... Блин, ну у меня рассудок. Ну, подожди, нет, стой, призраки, сейчас я про банши почитаю. Давай. Банши будет ослаблять свою жертву перед атакой на нее. Слабость направленный микрофон может защитить крик банши. А, так. Не, подожди, вот тот, кто кидает предметы. Это кто? Это полтергейст, обычно очень это популярный полтергейст, да, как это очень... Как его звать? Полтергейст, я забыл просто голосовой. Я бы не сказал, что там... Полтергейст, но нет, смотри, не минусового сказал. У нас не было, у нас был призрачный огонек. Значит, это либо Банши, Мара, Йокай, Радю, Абаке, Таэ. Давай я сбегаю. Давай, смотри, давай, пошли вместе вдвоем давай мы все равно не умрем. Вдвоем мы не умрем, пошли. Вообще, смотри, как, ну, кто-то а, один вдвоем, из нас, говоришь, да, кто-то один из нас останется в живых, 100%, и все. Сейчас надо, просто... чтобы это был ты, пожалуйста. Не, ну, мне кажется... Ух, нахрена, смотри, а телек был включен справа? Это Андрей включил, он там мультики смотрел просто, а. Шарики там просто сезон вот последний дурак. Вышел, да, там последняя серия, он пытался пропустить. Смотри, дверь закрыла, ультрафиолетом свети. У меня нет ультрафиолета. Не, ничего нет. Погоди, это свой... Минусовая! Бум-тан... А. Ты слышишь? Так, значит, Ревенант Юрей Ханту. Что слышишь? Подожди. А, это радио что? Какое-то или что? Да. Подожди, а может она пиздит? До 5 геймпи, по-моему, Ревенант, как у тебя дела? Алло, Ревенант. Реально, я говорю, Андрей, тут мультики смотрю. Ответил. Пойдем быстрее. Ответил прям в радио? Да, ну типа микрофон ее загорелся красным. Нет, это не ответ. В смысле? Это не ответ. У меня такой же ответ был в фургоне. Это нет, это не. Она должна прям сказать. На, что-то. Возьми ты радио, поговори с ней. Вот, я кину. Давай. Ампи. Пошли за мной. Все будет хорошо. Все будет хорошо, Артём, главное в это верить. Все будет очень хорошо. Мы выживем. Будет все. Да, нормально. Так и закончилось. Подожди, дай я один в комнату зайду, поговорю с ней. Один, ни одному. Я посвечу сначала. Не будет, мне кажется, отпечатанным. Не будет. Иди, давай. Дай мне знак. Сколько тебе лет? Ответьте мне. Напиши что-нибудь в блокноте. Дай мне знак. Ответь. Ух, блин. Полтергейст, походу. Сколько тебе лет? Напиши... Она кидает предметы, слышишь, она предметы разбрасывает. Это полтергейст, походу. Да, ты пойдем. Слышишь? Да. Ответь пойдем, мне. Пойдем быстрее. Пошли. Ну иди, я останусь. Это твоя комната. Ну не, этот датчик она не говорит.
Блокнотик. Напиши что-нибудь в блокноте. Да, минусовая точно есть. Я никогда не терял так друзей, потому что он решил остаться один, и после этого момента на него вышел призрак, и он... Все нормально! Помянем, Кофи. Это самый правый охотник на монстров. Да нормально! Его история подошла к концу.